Там девочка написала: Андрей Андреевич, я кармически одна, что мне делать? Ответ этому тоже есть. Если человек считает, а ему, скорее всего, кто-то сказал, что одиночество является кармической проблемой, то я могу сказать, где оно находится. Итак, от меня практика, которую мы не будем сейчас практиковать, но которую очень легко практиковать. Берете свою правую ногу, кладете ее таким образом, чтобы она лежала там на диванчике рядом с вами. Представляете, будто это ваш папа или дедушка, или еще, или прямо несколько человек. И гладите рукой, говорите: мой папа, мой дедушка, мой прадедушка, хороший ты мой, любимый, обожаю тебя, ты моя правая нога. Потом берете левую руку, говорите, левую ногу, говорите: ты моя мама, ты моя бабушка, ты моя прабабушка, мои золотые, мои дорогие. Представляете, будто вы их целуете, обнимаете, они молоденькие, вокруг вашей ноги обнимают вашу ногу. Говорите: пальцы прабабушка, стопа бабушка, голень мама, пальцы прадедушка, стопа дедушка, голень папа. И тазобедренные суставы муж и сыновья, а левые тазобедренные дочери, да я, и так далее. И после этого представляете, будто берете и там, где у вас находится лобок, мужчина вы или женщина, представляете, будто там начинает гореть огонь, как костер. И представляете, будто он очень-очень мощно и очень сильно горит. Сделайте это 7 раз в своей жизни, и кармической проблемы, которая связана с тем, что у вас есть кармическая проблема невозможности замужества, будет решена. Вот вам подарок от меня, не зря пришли.